холле Видновского ЗАГСа в этот день было довольно многолюдно. 12 юных жителей муниципалитета должны были получить первые в своей жизни паспорта. Егор Муравьев из поселка Володарского пришел с мамой Татьяной и другом. Сам молодой человек был немногословен и держался довольно спокойно, а вот мама заметно нервничала. Он чувствует себя уже гражданином, то есть, ну, взрослым, маленьким взрослым. Приятно, что получаю паспорт уже 14 лет, как-никак. Мероприятие по традиции началось с гимна России, а затем ребят поздравили официальные лица. Вы становитесь взрослее, но при этом на ваши плечи ложится очень большая доля ответственности. Ответственность перед самим собой, ответственность перед своими близкими, перед семьей. Пожелать главное здоровья, всех благ и ребятам, и родителям. Ну, я думаю, что этот сегодняшний день вам запомнится на всю жизнь. После поздравления перешли к основной части праздника. Одновременно с паспортами в обложках, оформленных в честь 90-летия района и Московской области, ребятам вручили георгиевские ленточки. Ведь именно в этот день стартовала ежегодная одноименная акция, приуроченная к грядущему Дню Победы. С получением главного в жизни каждого гражданина документа школьников поздравили и их ровесники. Люди думают о хорошем, а хорошем ведь хочется. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. Тогда и никто представить не мог, что через 3 столетия паспорт станет главным документом каждого гражданина и вручать его будут в такой торжественной обстановке. Получение паспорта открывает перед ребятами массу новых возможностей. Теперь при желании они смогут официально устроиться на легкую работу, открыть счет в банке и арендовать жилье. Я с паспортом смогу, наверное, поступить на работу. Или как? Без паспорта я уже ничего не смогу сделать. Зарабатывать деньги, как бы, без паспорта. Но вместе с правами, конечно, появляются и обязанности. Отныне за свои действия подростки несут ответственность перед государством сами. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.